Оксана Владимировна, ваш сын постоянно опаздывает. Это ненормально. Да, я знаю, извините. Дело в том, что у Саши и так не складывается отношения в коллективе. С ним практически никто не дружит. Вы что, хотите сказать, что у меня какой-то ненормальный ребенок? Нет, я не это хочу сказать. А что вы хотите сказать? Послушайте, я бешеные деньги плачу за обучение в этой школе. Вы вообще получаете зарплату? Да, получаю. Ну вот и отлично. Тогда, пожалуйста, идите, занимайтесь своими прямыми обязанностями. Учите детей. А меня учить не надо. До свидания.